Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept our humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Yes, Hare Krishna, my humble obeisances, all glory Srila Prabhupada. Gurudev, today Madhurya Lila Mataji will translate. Okay. Madhurya Lila Mataji, yeah? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. I'm here. I'm ready. Oh, okay. Can we begin? Yeah? Yes. Okay. Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, text number 38. Is it? 39, I guess 39. 39, okay. I thought it was 38, 39, okay. Преданные, поправьте, 39 же текст, да? Да, 39-й. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17, текст 39. All right. Punascha yachaman aya jata rupam adat prabhu tato nritam Madam Kamaan Rajo Vairam Chapanchamam Punascha Yatta Man Aya Jata Rupam Adat Prabhu Tato Ritam Madham kamam rajo vairam cha panchamam punascha yacha manaya jata rupam madat prabhu tato nritam madham kamam rajo vairam cha panchamam. Okay, translation. You can read. Мадхурья-лила. Перевод. Олицетворение Кали попросил дать ему еще что-нибудь. И в ответ на его мольбу царь разрешил ему жить там, где есть золото, ибо там, где есть золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность. Комментарий. Хотя Махараджа Парикшит дал Кали разрешение жить в четырех местах, ему было очень трудно найти их, потому что во времена царствования Махараджи Парикшита таких мест не было. Поэтому Кали попросил царя дать ему что-нибудь для осуществления своих гнусных целей. Тогда Махараджи Парикшит дал ему разрешение проживать в местах, где есть золото, так как там имеются все четыре уже упоминавшихся порока, и сверх того вражда. Так олицетворение Кали обрел золотой стандарт. Согласно Шримад Бхагаватам, золото поощряет ложь, одурманивание, проституцию, зависть и вражду. Даже расчеты и денежное обращение на основе золотого стандарта плохи. Денежное обращение на основе золотого стандарта... Вот у кого-то микрофон включен и очень... Бхактин Татьяна, ага, вот у вас был включен, Харе Кришна.
Денежное обращение на основе золотого стандарта зиждется на лжи, потому что денежные знаки не соответствуют золотому запасу. Все это основано на лжи, поскольку денежные знаки выпускаются на сумму, превышающую стоимость реального золотого запаса. Это искусственное увеличение властями денежной массы приводит к проституированию государственной экономики. Цена товаров искусственно завышается из-за бумажных денег, то есть искусственных денежных знаков. Настоящие деньги вытесняются бумажными. Вместо бумажных денег в расчетах следует использовать настоящие золотые монеты. И это остановит проституирование золота. Женщинам можно разрешить носить золотые украшения, контролируя не их качество, а количество. Это будет противодействовать похоти, зависти и вражде. Если в обращении будет настоящее золото в форме монет, тогда влияние золота, порождающее ложь, проституцию и прочее, прекратится само собой. Тогда не будет необходимости в Министерстве по борьбе с моральным разложением на новый срок правления продажности и обмана. Just give me a minute. Okay, so we're hearing from the first canto Srimad Bhagavatam. We're hearing how Maharaj Parikshit encounters the personality of Kali. Мы продолжаем читать первую песню Шримад Бхагаватам и историю о взаимодействии Махараджи Парикшита с олицетворением Кали. Now the personality of Kali had committed atrocious activities against the cow and the bull. Therefore, Maharaj Parikshit could have killed him. Олицетворение Кали совершал непотребные действия в отношении коровы и быка, и у Махараджи Парикшита были все основания убить его. But when the personality of Kali surrendered to Maharaj Parikshit, then Maharaj Parikshit was obliged to give him shelter. Но затем олицетворение Кали сдался Махараджи Парикшиту, и Махарадж Парикшит принял его предание. Maharaj Parikshit gave him shelter. He told him, "You can only reside in places where there is intoxication, meat eating, gambling, and illicit sex." Махараджа Парикшит дал прибежище олицетворению Кали и указал ему, что он может жить только в тех местах, где играют в азартные игры, употребляют одурманивающие средства, вещества, едят мясо и занимаются незаконным сексом. But the personality of Kali responded to Maharaj Pariksha, telling him that then I have nowhere to stay. Because there's nowhere in your kingdom where these activities are taking place. Но олицетворение Кали ответил, что он ответил, что в твоем царстве нет ни одного уголка, где люди бы занимались подобными действиями. And therefore Maharaj Parikshit was required to make some adjustment. He said to him that, well, you can live wherever there is hoarding of gold.
И он попросил Махараджу Парикшита дать ему еще какое-нибудь место, и царь в ответ разрешил ему жить там, где есть золото. So wherever the personality of Kali wants to stay, he should find that place where, since he cannot, since there's no place where people are engaged in the sinful activities of meat eating, intoxication, and gambling and illicit sex, he has to stay where people are accumulating gold. More than what is necessary. И поскольку в то время еще не существовало мест, где бы люди занимались этими четырьмя видами греховной деятельности, мясоедение, азартные игры, незаконный секс и одурманивающие вещества, ему, олицетворению Кали, было дано разрешение жить там, где люди накапливают чрезмерно золото больше, чем им необходимо. Maharaj Parikshit knew that wherever people are accumulating gold, then there will be all bad qualities will develop. Things like lust and envy, and they will be attracted to things like weapons, and guns, and knives, and they will. They will, in this way they will try to live. Махарадж Парикшит знал, что в тех местах, где накапливается чрезмерное количество золота, там будут процветать дурные качества, такие как вожделение, зависть. Там же будет производиться оружие, и вот таким образом там будет и существовать порок. So it's not that gold in itself is wrong, but the problem is that when people accumulate a lot of gold, then they become influenced in a bad way. В самом по себе золоте нет ничего плохого, но когда оно начинает накапливаться в чрезмерных количествах, вот тогда уже начинают процветать плохие качества. That they become proud of their wealth, and they will look down on people who don't have wealth, and they will think because they have wealth, they're better than the people who don't have wealth. Люди начинают гордиться своим богатством и смотреть свысока на тех, кто подобного богатства не имеет, и думать, что они из-за богатства лучше других людей. So people who have wealth, they have to be very careful how they use that wealth. Поэтому богатые люди должны быть очень осторожны в том плане, как именно они расходуют свои богатства. And we see how people, when they get wealth, then they want to take all kinds of intoxication, and they look for more illicit sex. Когда люди богатеют, они начинают искать различные способы одурманивания себя, больше стремятся к общению с противоположным полом. Because the problem is that in the Kali Yuga, the vast majority of people are all sudras or lower than sudra. Проблема в том, что в Кали-югу большинство людей это шудры или даже ниже, занимают положение ниже шудр. And it was described in the it was described in the prayers of grandfather Bhishma Dev. He was talking about the Vedic, the division of society into the different vanas and ashrams. And he was describing about the function of sudras and how they should be controlled.
В наставлениях деда Бишмы содержится информация о разделении общества на сословия, и там он подробно описывал положение шудр. And grandfather Bhishma mentioned about how sudras, they shouldn't be given money, because if they're given money, it will be the cause of their total degradation. It will take them to hell. И там он объяснял, что шудрам нельзя давать деньги, потому что как только шудра получает деньги, это ведет его к полной деградации и выстилает ему дорогу в ад. Sudras should be given food and clothing and residence. А шудры в качестве оплаты должны получать еду, одежду и кров. Mahatma Gandhi had a famous program like that. He wanted to provide for everyone. He wanted to give them everyone food, clothing, and a home. A place to stay. Махатма Ганди пытался провести вот такую программу, распределить между работающими как раз еду, одежду и убежище, дома. So wealth, which is here in the world, in the form of gold and other kinds of wealth. It's actually all the property of the Lord, and it's meant for the pleasure of the Lord. На самом деле все золото и другие богатства этого мира принадлежат Господу, и они предназначены для его удовлетворения. We give the example about how the goddess of fortune, Lakshmi, belongs to Lord Ramachandra. Мы знаем такой пример, который описывает, как богиня удачи Лакшми принадлежит Господу Рамачандре. Now, when Ravan took Lakshmi away from Lord Ramachandra was very angry. Когда Равана забрал богиню Лакшми у Господа Рамачандры, тот пришел в огромный гнев. He was angry because, of course, Lakshmi was his wife, his eternal consort. And this Ravan was taking her away. He wanted to enjoy her. Богиня Лакшми была вечной супругой Господа Рамачандры, а Равана забрал ее, чтобы наслаждаться ею самому. So, in a similar manner, all wealth of the world, all the gold, it is all Lakshmi. It is all a manifestation of the goddess of fortune, who's the eternal consort of the Lord. Точно так же все богатства этого мира — это проявление Лакшми, богини удачи, которая является вечной спутницей Господа. Ravana like men, they think that the wealth of the world is for their enjoyment. They want to take Mother Sita away from Lord Rama. И люди, подобные Раване, как раз и хотят забрать себе все богатства мира, то есть они хотят украсть мать Ситу у Рамачандры. Lord Ramachandra was so angry that when he looked across the Indian Ocean towards Lanka, the glance of his, just the vision of his eyes, it boiled the water of the ocean. Господь Рамачандра был в таком гневе, что когда он только бросил один взгляд на Ланку через Индийский океан, вода буквально закипела от одного лишь его взгляда. So we don't want that to continue to happen in the Kali Yuga.
Мы не хотим, чтобы это продолжалось в Кали-югу. We don't want the raven-like men to be trying to take Mother Sita away from Lord Rama. Мы не хотим, чтобы люди, подобные Раване, продолжали забирать у Рамы мать Ситу. The gold and the wealth of the world is meant for the pleasure of the Lord. Золото и богатство мира предназначены для удовлетворения Господа. But in the Kali Yuga, so many Ravan-like men are having the wealth and they're enjoying the goddess of fortune, which is actually the property of Lord Ram. Но в Кали-югу столько людей, подобных Равани, которые наслаждаются этим богатством отдельно от Господа и присваивая его себе. And because they have some wealth, they become proud. They're thinking themselves to be very great and wonderful. И имея какое-то богатство, они становятся очень горды и думают, что они чем-то превосходят других людей. Prabhupada would quote a saying that even the pauper is proud of his penny. A pauper meaning a very poor person. So they have only one very small coin. You know, if you're a very poor person and you have one rupee, will you be proud of one rupee? So some people are like that. They're very poor. They have one rupee or they have five rupees. It's such a small amount, but they're proud of it. They're thinking, I'm a rich man. Прабхупада повторял поговорку, что даже бедняк гордится своим последним грошом. Если у нас мы накопили рубль или 5 рублей, мы все равно гордимся тем, какие мы богатые. So we're seeing in this this section, these couple of verses of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada is revealing a lot of his mission and his mood and how he wants to change the world and to bring the world to a level of Krishna consciousness. В этих двух стихах Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада описывает свое настроение, свое желание поменять мир так, чтобы люди стали жить в сознании Кришны, основываясь на принципах сознания Кришны. Prabhupada talked about two compulsory fasting days a month. In other words, everyone has to fast on Ekadasi. Шрила Прабхупада упоминал здесь, что людям рекомендуется поститься два раза в месяц, то есть соблюдать Экадаши. He said that will help the world a lot if you get everybody fasting on Ekadasi. Он говорил, что если все будут поститься на Экадаши, это очень поможет миру. And then he said, abolish the divorce. No divorce allowed. Также он рекомендовал отменить разводы. And getting all the young men and young women married. И поощрять браки между юношами и девушками. Вести обязательно бракосочетание здесь в комментарии. Young women should be married by age of 16, and the young men should be married by age of 24. Девушки, достигшие 16 лет, и юноши, достигшие 24 лет, должны уже вступить в брак. Listen, that will help to change the face of the world. Young men and women living together in family life, and no divorce. They have to live together peacefully. Юноши, молодые парни и девушки, создающие семью и живущие мирно в узах семьи, очень сильно поменяют облик мира. So Srila Prabhupada talks about how there's a common principle of falsity created in the world due to all of this gold, because of there being a little more money
So people have the impression of this, the gold. They don't know what is real gold. Шрила Прабхупада здесь говорит, что люди введены в иллюзию. Мараш, could you repeat, please? Yeah. People are influenced by this falsity. They're thinking they're rich because they have some gold. Люди введены в иллюзию, поскольку они думают, что они богатые, имея немного золота. And people often have money. Their gold is not in the gold form, but the gold is in paper form. Or even plastic, as it is today. The currency notes are all printed with plastic, not just paper, but plastic. И причем люди сейчас имеют деньги даже не в форме золота, а в форме бумаг. И более того, в наши дни даже бумага уже заменена на пластиковые карты. Мы деньги даже не видим. So there's no real value to the paper, although the paper may say $100, there's no gold reserves in the country to support that $100. И деньги на самом деле уже не имеют такой ценности, потому что на бумажке может быть написано $100, но эти деньги реально не обеспечены золотым запасом, потому что его нет в таком количестве. So Prabhupada wants that there should be some genuine, some attempt to establish a real sense of values, that not that there should be so much, the current country shouldn't be allowed to print more money than what they have actually in terms of gold. И Шрила Прабхупада пишет, что следует использовать настоящие золотые монеты и не разрешать государствам печатать просто бумажки, которые ничем не обеспечены. Prabhupada said, instead of having paper money, we should have actual gold coins. Вместо бумажных денег следует использовать настоящие золотые монеты. Because without having the money according to the value, then it just becomes like prostitution. Потому что не имея реального золотого обеспечения этих бумажных денег, происходит то, что здесь называется в комментарии проституирование золота и денег. And similarly, all the jewelry which people keep. People often keep many jewelries of gold and diamonds. All of these things are actually unnecessary. They're actually all meant for the pleasure of the Lord and for decorating the deity. И также люди, многие имеют слишком много украшений золотых с драгоценными камнями. На самом деле эти драгоценности, они предназначены для удовольствия Господа и для того, чтобы украшать божества. So these things can be allowed, but it has to be controlled. It shouldn't be too much excessive. Эти вещи в целом разрешены, но должен быть контроль определенный, и этого не должно быть слишком много, не должно быть излишка. So we want to help people to control their mind and senses, but the more there's things like gold and lots of jewelry and expensive items, then the people who don't have these things, they will become disturbed, and it drives them to crime. Попытки помочь людям контролировать ум и чувства, они усугубляются тем, что у кого-то
много денег и богатства, и люди, которые не имеют этого всего, они начинают завидовать, и даже у них появляется склонность совершать преступления. So Prabhupada had his principle of no compromising. He wanted that the leaders of the countries, they should be so strict that they won't allow people to go against any of the religious principles. Everyone has to follow the principles of cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. Шрила Прабхупада бескомпромиссно утверждает, что лидеры стран должны быть настолько строги и чисты, что не позволять людям нарушать религиозные принципы чистоты, милосердия, правдивости и аскетизма. We can see here in the purport, Prabhupada talks about how what happens because the world became gold standardized because of the author, because of being allowed to have gold. So many bad qualities came about, so much cheating and envy and bitterness towards others. Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что как раз из-за введения этого золотого стандарта золото поощряет ложь, одурманивание, проституцию, зависть и вражду. So Maharaj Parikshit, he made the compromise with Kali. He gave him that chance that he could come in to the kingdom by allowing him to stay wherever there is gold. Таким образом, Махарадж Парикшит пошел на компромисс и позволил олицетворению Кали оставаться в тех местах в его царстве, где есть золото. So we see the influence of the personality of Kali on the people who have the gold, how they become proud, how they become intoxicated. The personality of Kali, it bewilders them. И мы видим прямое влияние олицетворения Кали на тех людей, у которых есть золото, какое-то богатство. Они становятся горделивыми, они становятся одурманенными, и в целом он сбивает их с толку. We see when people get money, more money than what they need, they don't know how to use it, and they use it for meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. Мы видим, что когда человек получает больше денег, чем ему необходимо, он начинает тратить их на греховную деятельность, такую как мясоедение, азартные игры, одурманивающие вещества и незаконный секс. So Kali Yuga is a difficult time. It's very difficult to try to wipe out all of these evils of the Kali Yuga, all the hoarding of gold, all the excess wealth which is there. Кали-юга — это очень сложное время, и очень сложно избавиться от влияния как раз этого желания богатства, золота и других греховных действий. We can see how the rich people, they have more homes than they can live in. They can only live in one home, but they have houses and apartments all around the world. They will go and live, sometimes they will be in Vladivostok, sometimes they'll be in Moscow, sometimes they'll be in Sochi, they'll move around different parts of the world even and enjoy their wealth. Мы видим, что у богатых людей
Богатые люди владеют большим количеством домов, чем они могут вообще успеть пожить. Они могут реально физически жить только в одном доме, но у них дома разбросаны по всем уголкам мира. И если это о России речь, он может жить неделю в Владивостоке, потом в Москве, потом в Сочи. И таким образом, по всему миру разбросаны его различная его недвижимость. People have money and they have so many homes, they have so many houses. Then you find big apartment buildings, hardly any of them, anybody's living there. They're all owned by people, but hardly anybody lives there. They go and live some other place. Есть много домов и квартир пустующих. Они большие, богато обставлены, но в них никто не живет, потому что у этих людей как раз очень много в собственности таких вот домов и квартир. And in this way, the world becomes covered with so many big apartment buildings, ugly big buildings there in the cities and in the beach resorts and different places. People want to have their homes, but they never live there. Поэтому мир становится просто усыпан иногда такими уродливыми зданиями, которые все, в которых много квартир. Эти дома строят и в городах, и на пляжных курортах, но там никто не живет, потому что люди владеют большим количеством таких квартир. So Maharaj Parikshit made this compromise, and the result was Kali entered and began to spread his influence. И Махараджа Парикшит пошел на такой компромисс, и в результате этого Кали вошел в деньги и начал распространять свое влияние. So we see every year how the value of the money deteriorates every year. И мы видим с каждым годом, как ценность денег падает, они начинают меньше стоить. When we were young children, we could buy things with a small amount of money, but now we're adults, the prices have all increased so much that there's nothing available that we could buy. У нас у всех есть опыт, что когда мы были детьми, мы могли что-то купить за очень небольшое количество денег, но за те годы, пока мы выросли, повзрослели, цены выросли настолько, что вот за то количество денег уже вообще ничего не купить. So Krishna consciousness is teaching us how we can live a simple, natural life. We don't have to have a lot of money. We just have to have nice philosophy. И сознание Кришны учит нас тому, как можно жить простую, естественную жизнь. Нам не нужно много денег, потому что у нас есть прекрасная философия. If we have a good philosophy, then we can chant Hare Krishna, we can worship Krishna, we can read the books about Krishna, and we'll be happy. У нас прекрасная философия. Мы можем воспевать Хари Кришна, поклоняться божествам, читать книги и будем счастливы. So we don't depend on material facilities for our living. We depend on Krishna. Мы зависим не от материальных удобств, а от Кришны. We depend on living a life of Krishna consciousness, not money consciousness. Мы должны жить в сознании Кришны, а не сознании денег.
We see people so mad after money, they'll work all day and all night. Мы видим, что люди настолько сходят с ума по деньгам и заработку, что готовы работать весь день и всю ночь. The father will have two or three jobs. He'll have a job in the day, and then maybe another job in the night, and then a different job on Sunday. У отца семейства может быть три работы, одна днем, другая ночью и третья еще по воскресеньям. And the wife will also be working. She'll be out to work all day. Nobody will be there to take care of the children. И его жена тоже весь день может быть на работе и некому присмотреть за детьми. Why are they working so much? Oh, they need money. They say, we need money. We have to have money. We have to have a higher standard of living. Зачем им так много работать? Потому что нужны деньги, потому что хочется повышать свой стандарт жизни. There's even a common saying, money is the honey. Есть такое известное выражение, деньги – это мед. And Как? If there's no money, then they say there's no honey. Игра слов на английском. Если нет денег, то нет и меда. Как медом намазано, наверное, по-русски. We want people to get out of that illusion and not to be so much worried and attached to money. And just learn how to simply and naturally, depending on Krishna. Люди должны вырваться из этой иллюзии и перестать быть настолько зависимыми от денег и жить более простую жизнь в сознании Кришны. The more there is money, then the more the danger of all the bad qualities developing. Чем больше денег, тем больше опасность развития всех дурных качеств. And then it becomes very difficult to have any kind of spiritual life. И очень сложно потом вести духовную жизнь. Spiritual life is important. If you don't have any spiritual life, you just simply have a life only just working to make money. That is the mudha. That is like the foolish donkey. Духовная жизнь очень важна. Если у человека просто материальная жизнь, в которой единственный интерес – это зарабатывать деньги, то это жизнь мудхи, глупого осла. That is like the Naradama, the lowest of men. They have no sense of what is important. Even though they are born in a good family, they're not attached. Такой человек становится Нарадхамой, худшим из людей. Даже если он получил рождение в хорошей семье, но он перестает понимать цель жизни. So we may not be, of course, we can't expect to influence the whole world in this way, but if just a small percentage of people can understand the importance of these things and show the right example to others, it can make a big difference to the world. Мы не можем, конечно, ожидать, что эти идеи проникнут повсюду и захватят весь мир, но даже если небольшой процент людей примет эти идеи и будет показывать своим примером, что так можно, то это тоже окажет очень большое влияние на мир. People need to see this example. It's important for them to see that you can be happy without so much wealth, without so much material facility.
Люди должны видеть пример, что человек может быть счастлив, не имея так много богатств и материальных удобств. And we also see how Kali Yuga is progressing very rapidly, how the world is becoming more and more degraded. Мы можем прямо сейчас наблюдать, как Кали-юга очень стремительно развивается и как мир очень быстро деградирует. So we really want to be convinced about the importance of these teachings as described here in Srimad Bhagavatam. We want to see through the glitter of the material world. И мы должны быть убеждены в важности этого знания и этих принципов и видеть истину за блеском материального мира. Okay, we will just stop here and ask if there's any questions. Есть ли вопросы? Харе Кришна, Хладини Матаджи, да? Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, спасибо вам большое за лекцию, за это. Я хотела такой вопрос задать вот, по последнему, что Гуру Махарадж сказал, что нам важно показать пример, что человек может быть счастлив, не имея так много богатств. Но вот сталкиваюсь с тем, что не понимают люди, что вот это вот и есть счастье. То есть, когда ты живешь, ну, у тебя нет особых богатств, ты никуда не, там, не знаю, там, каких-то нарядов супер, да, вот, и как таким людям вообще доказать, что ты все-таки счастлив, потому что ты счастлив, а они не понимают, или не стоит доказывать, как вот, вроде как они не понимают это счастье, такой вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture. You just mentioned that we should show the example of how to be happy without having much wealth. But I see that people don't believe that we are happy. They don't see our happiness. They don't understand how we can be happy without having so much money, without having some expensive clothes and so on. So how to prove them that we are happy, or maybe we don't have to prove? Well, if you want to prove that you're happy, we show it actually. We show happiness when we go out and chant and dance. You cannot go out and chant and dance unless you're without being happy. You just go outside and chant and dance. You put your hands up in the air and chant and dance. You're happy. You become joyful. That is real happiness. Если вы хотите доказать, что вы счастливы, можно выйти с харинамой, петь и танцевать на улице, поднимать руки, и вы всем своим видом будете показывать, что вы счастливы. Потому что если вы не счастливы, то вы не сможете таким образом выйти и петь и танцевать. And we get happiness also by chanting the Hare Krishna mantra in Japa and by reading books like Srimad Bhagavatam. We get happiness. Мы чувствуем счастье также, когда воспеваем святое имя в своей индивидуальной джапе и читаем книги Шрилы Прабхупады. The problem is people don't know what is real happiness. They are thinking to go and have sex with a prostitute is happiness. It is just another suffering. Проблема в том, что люди не знают, что такое настоящее счастье. Часть людей думает, что пойти и
воспользоваться услугами проститутки, например, это счастье, но это лишь новое страдание. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that sense gratification will bring misery to us. В Бхагавадгите Господь Кришна объясняет, что удовлетворение чувств приносит страдания. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which is due to the contact of the material senses. Там сказано, что разумный человек не принимает на себя страдания, которые возникают в результате взаимодействия с материальными объектами. So we have to understand the connection there between sense gratification and suffering, that they come together, just like winter and summer. The more you try to enjoy the senses, the more you bring suffering on yourself. Мы должны понять, что чувственные удовольствия и страдания, они идут рука об руку, как приход зимы и лета. Чем больше мы пытаемся наслаждать свои чувства, тем больше мы в конечном счете себя обрекаем на страдания. We want to experience happiness. The real happiness is within. The happiness is coming from the soul. The nature of the soul is happiness. We want to experience that happiness. That is reality. Настоящее счастье идет изнутри, от души, потому что сама по себе природа души — это и есть счастье. И такое счастье — это и есть реальность. Happiness is not just filling the belly and having some food or having intoxication or having more sex. That is not giving real happiness. It is only the cause of our suffering. Настоящее счастье не заключается в том, чтобы набить свой желудок или чем-то одурманиться или вступить в связь с противоположным полом. Это не настоящее счастье, это наоборот все то, что ведет к страданиям. So we encourage everyone, look within, look at the self within and experience real pleasure. Поэтому мы призываем людей заглянуть внутрь себя и найти счастье там. Следующий вопрос, наверное, да? Матаджи Ольга. Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, Махарадж, преданные. Спасибо за возможность задать вопрос. Приезжают учителя, в том числе саньяси, и они транслируют такую позицию, не позицию, но понимание, что преданный, он должен быть социально успешен, чтобы привлекать, в том числе в ИСКОН, людей обеспеченных, чтобы не было такой ситуации, вот, которая наблюдается очень часто, преданные с пакетиками, эти просаду носят из храма. Вот можно как-то, чтобы вот эту позицию Махарадж прокомментировал свое понимание вот этого вопроса? Хари Кришна. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the opportunity to ask a question. The question is, I often hear from different preachers and even sannyasis that the idea that we should present ourselves as successful people in society because otherwise, people won't be attracted to Krishna consciousness. Common people shouldn't see us as some poor people.
so that they could be attracted. So how could you comment this idea? Yes, we can adjust everything according to our own ability. If you have wealth, then all right, use it for the service of Krishna. Don't be intoxicated by it. Мы можем все адаптировать под свои возможности и под свою ситуацию. Если вы богаты, то очень хорошо, используйте это богатство в служении Кришне и не дайте ему затмить вам голову. The devotees know how to use wealth properly. Преданные знают, как использовать богатство правильно. We are not saying that devotees should always be poor. Some people may be rich. If they're rich, then use that wealth for the service of Krishna. Мы не утверждаем, что все преданные должны быть бедняками. Если у кого-то из преданных много денег, то это хорошо, их можно задействовать в служении Кришне. Recognize who is the actual proprietor of the wealth. And understand whatever wealth we have, it is given to us by the grace of Krishna. Нужно понять, кто является истинным владельцем всего нашего богатства, и понять, что все это богатство дано нам Господом Кришной. The problem is people get bewildered by the gold. They become influenced by the gold, they become contaminated by it. We become proud, we think we're better than others. Actually, we're given this wealth just simply on account of karma. Проблема в том, что люди слишком становятся, им слишком начинает кружить голову это все богатство, они начинают очень сильно гордиться, не понимая, что то, что нам приходит по карме. Now for some people to have wealth is good karma, and for other people to have wealth it's their bad karma. И для кого-то иметь богатство – это может быть следствием его хорошей кармы, а для кого-то, наоборот, следствием его плохой кармы. People have wealth. Sometimes they are when they get some wealth because they have some wealth, they think, oh, I don't want to go to temple. There's temples. They just try to take your money from you. We have to give donations, and these people are beggars, and no, I don't want to go and associate with them. I'm a rich person. Потому что некоторые люди, разбогатев, могут начать думать, что я не хочу ходить в храм, потому что там нужно жертвовать, потому что там на тебя смотрят только как на мешок с деньгами, и всем нужно от тебя только пожертвование. And somebody else, they understand that somehow by their karma, Lord Krishna has given them wealth, and they will use that wealth for the service of Krishna. Но у других преданных, наоборот, присутствует понимание, что как-то, каким-то образом, какими-то своими благочестивыми действиями я заслужил вот это богатство, и я использую его для служения Кришне. They will accept their wealth in the mood of renunciation. И такие преданные принимают богатство в духе отречения. Just like Sudama, Brahman,
He was very poor, and he was proud. He was proud of being a poor Brahmin. Как, например, история Брахмана Судамы, он был очень беден, и он гордился своей бедностью. So Krishna then gave him a lot of wealth. He accepted it in the mood of renunciation. И когда Кришна дал ему богатство, тот принял их в духе отречения. And very soon he could go back to Godhead. И очень скоро он смог отправиться обратно к Богу. Yeah, we should understand all of this wealth is very temporary. That it's not going to last forever. You're not going to take your money with you when you leave the body. Нам нужно понять, что это все очень временно, и это богатство, оно не продлится долго, и мы не сможем взять деньги с собой, когда будем оставлять тело. So when you have the money, it's nice to use it for Krishna. If you don't use it for Krishna, it will be taken by doctors and lawyers. Когда у вас есть деньги, используйте их для Кришны, потому что если вы не используете их для Кришны, их так или иначе отберут доктора, юристы и так далее. You see some people very rich, then they get involved in some legal case and they go to court and they have to spend a lot of money in the court. Бывает так, что богатые люди оказываются вовлечены в какие-то судебные разбирательства, и очень много денег они отдают на адвокатов. Or in their old age they get very sick, and they spend a lot of money on medicine and doctors and operations and so many things for their health. They're spending. А в старости они начинают болеть, и огромное количество денег уходит на лекарства, докторов, операции и другое лечение. So what's better? You spend it, give the money to Krishna, or give the money to a doctor, a lawyer, or in a court, pay the money to the policeman? Что лучше, отдать свои деньги Кришне или докторам, юристам, полиции и так далее? Okay. Харе Кришна, там в чате два вопроса. Так, два вопроса. Так, что плохого уйти с милостью? Так, что плохого уйти с милостью? Это же не от нищеты, а от понимания, что такое просад. Дополнение к тому первому вопросу. There is an addition to the previous question. There was another small part of that question that that devotees often take prasadam from the temple and put it into the bags, and that can be appreciated by common people as some manifestation of their poorness. So another devotee added that it is not because of poorness, but it is out of understanding what is prasadam. Yeah, the devotee is right. We value prasadam. We take care of, we don't waste food. It's very important not to waste food. Food which we're given is the grace of God, and we should value it and take care of it, not waste any of it. Касательно вот того момента, что люди как-то могут неправильно воспринять то, что просад забирается из храма,
Это на самом деле важно, потому что мы не хотим, чтобы просад просто куда-то выбрасывался, тратился зря, потому что действительно мы понимаем, что это нам дано как милость Бога. So it's very good that the devotees have so much respect for prasadam. И хорошо, что преданные уважают просад, с почтением относятся к просаду. Other people, they think, oh, they're poor. They don't. That's another sign. People who think they're not poor, these are actually poor people who are criticizing. They're poor in knowledge. They do not understand spiritual values. So their poverty is in knowledge. И если люди критикуют то, что преданные забирают просад, это говорит наоборот об их бедности, бедности в знании, что они не понимают, какую ценность представляет собой просад. Следующий вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Я правильно вас поняла, что баланс между духовной и материальной деятельностью в том, чтобы не стремиться к материальному богатству и не отвергать материальные достояния, а использовать их в служении Господу. The question is it right to understand that the balance between spiritual and material activities is not to try to gain the material wealth, but also not to not to give up the material the material achievements, but to use it in the service of the Lord. Yes, it's true. We're not against wealth which comes of its own accord by natural means. But if we have to lie and cheat and steal and do black marketing and smuggling and do all kinds of things to get money, it's not very good. But if gain comes of its own accord, then it's very good. Да, все верно. Мы не против богатства как такового. Если оно приходит само в результате честного труда, мы против того, когда, чтобы достичь богатства, используются различные манипуляции, махинации, там, черный рынок и так далее. Если же богатство приходит в результате каких-то честных усилий, то очень хорошо. Yes. Any other questions? Так, история про Нарада Муни и сравнение Брахмана с сапожником. Где скорее сапожник вернется домой к Богу, чем Брахман. Это возможно, что сапожник, зарабатывающий на обработке кожи животных, вернется домой к Богу, или это аллегорическая история? The question is about the story when a Brahmana was compared with a cobbler, and the cobbler was about to get back home, back to Godhead earlier than that Brahmana. Is it possible that the cobbler who was earning by making shoes from skin of animals can go back, go home, back to Godhead? Or is it just an allegory? Well, I think it's possible. You have to consider about the skins.
You see, cobblers, they could also make shoes out of wood. You know, long ago, just like Lord Chaitanya, he was wearing wooden shoes. You know, people wore wooden slippers. They didn't have leather shoes, but they had wooden shoes. So the cobblers having wooden shoes, and also they can have shoes which are made from skins from the dead animal, animals which die naturally, not necessarily skins from slaughtered animals. We have to understand that long ago, the cow was sacred and the cow was protected. Nobody would kill the cow, but the cows still die naturally in course of time. They meet old age. So at that time, the skin can be taken and it can be used. And so, yes, this cobbler, they can go back to Godhead also, because the cobbler was so, he was so elevated in realization, and he was so humble. Тот сапожник был очень возвышенным и смиренным, и это вполне возможно, потому что в те времена обувь, например, во времена Господа Читания, обувь делалась, могла быть деревянная, во-первых, деревянные вот такие сандалии, а во-вторых, кожаную обувь могли делать из шкур уже умерших животных, например, корова всегда считалась священным животным, которому нельзя было причинять никакое насилие, но, тем не менее, они умирали с естественной смертью, когда уже состаривались. И с естественно умершего животного можно было снимать кожу и ее обрабатывать уже там в каких-то целях. So the cobbler, cobblers, he's the real devotee. The brahmana, he's not really devotee. Сапожник в этой истории был настоящим преданным, а брахма не был преданным. Матаджи, выключите микрофон, пожалуйста, Матаджи Ольга. Yeah, I'm okay. I just choked on something. It's okay. Okay, the cobbler, he's a real devotee. He has faith and he has realization of the Lord and he's humble. He has all the qualities of the devotee. So yeah, he can go back to Godhead. It's not the... He's just doing his duty. He's a cobbler, you know. Everybody's doing their duty. The brahmana, he's doing his duty, but the brahmana has no devotional qualities. He has no real love for the Lord. He only loves himself. Сапожник из этой истории обладал всеми качествами для того, чтобы вернуться к Богу, потому что он имел веру, он имел понимание положения Верховного Господа, у него была любовь и преданность, тогда как у брахмана не было этих качеств, и он не было у него любви к Господу, он любил только себя. Okay. Большое спасибо. Thank you very much. Окей, преданные, последний вопрос вот там в чате, потому что преданные пишут, у Махараджа сейчас там время ланча. И последний вопрос, Матаджи, да, там Татьяна Великжанина, кажется, да?
Так, иногда встречается также, что у преданных так, что преданных вдохновляет учиться зарабатывать. То есть, если ты беден, ты должен научиться зарабатывать, пройти бизнес-курсы, чтобы у Кришны были богатые преданные. Как понять границу, когда это твоя карма, и ты уже точно больше не заработаешь, или все-таки нужно прилагать усилия? Верно ли вообще так размышлять, что все должны хотя бы постараться стать богатыми? The question is, sometimes I meet the idea that devotees are encouraged to learn how to earn money. So if you Hari Bol. I'm sorry. If you are poor, you have to learn how to earn money to get some business education so that Krishna may have rich devotees. So how to understand the balance? Is it your karma and you definitely cannot earn more, or you still have to apply some activities? Is it correct to think like that, that everyone has to try to become rich? You have to become rich spiritually, not materially. Богатым нужно стать духовно, а не материально. You have to become rich in knowledge and devotion. You don't have to become rich in money. Rich in material wealth, that will be an obstacle to devotional service. Богатым нужно знать, ой, нужно стать в знании и преданности. Если вы изо всех сил стараетесь стать богатым материально, то это будет препятствием в духовной жизни. Queen Kunti says it very clearly, that if you're on the path of material progress, then you won't be able to approach Krishna. Царица Кунти очень ясно сказала, что если ты находишься на пути материального прогресса, то ты не сможешь приблизиться к Кришне. It's a very important point. We don't mind money coming. If it comes naturally, but without over endeavor, it should come by honest means. Then, of course, we will use it for Krishna. Это очень важный момент, который нужно понять, что мы не против денег, которые приходят естественным путем, честными способами и без какого-то вот чрезмерного нажима и чрезмерных усилий. Тогда эти деньги мы сможем использовать в служении. We need some money, but we don't need a lot of money. We just need enough to survive. Нам нужны деньги, но нам не нужно слишком много. Нам нужны деньги на поддержание жизни. Right? You need a place to stay, you need food to eat, you need clothing. Нам нужно иметь что поесть, где жить и что надеть на себя. So we should be satisfied with what is provided by the grace of Krishna. And our honest endeavor. Нам нужно научиться быть удовлетворенными тем, что приходит по милости Кришны и в результате наших честных усилий. It's not just by hard work you'll get money. Деньги приходят не только благодаря такой вот тяжелой работе. All right. Yes. More questions? Is that any more questions, Madhuri Lila? I guess not. The devotee said thank you very much for that. Okay. So then we'll stop here. Thank you very much for giving me an opportunity to try to preach. На этом мы остановимся. Большое спасибо за возможность мне попытаться проповедовать.
Happy Janmashtami. I hope you have a nice Janmashtami and Prabhupada Vyasa Puja. Желаю вам счастливого Джанмаштами и дня явления Шрилы Прабхупады. Okay, Шрила Прабхупада ки джай. Джай, Бхактири Даридаджан Синха Махарадж ки джай. Thank you very much, Гурудев, for your answers and for your nectar association. Джай! Хари Кришна. Поздравление, спасибо, низкий поклон. Хари Бог, спасибо, что есть. Хари Кришна, спасибо, что есть наше серебряное поклоны. Большое спасибо. Преданным большое спасибо за такие интересные и важные вопросы. Хари Кришна. Спасибо большое всем. Хари Кришна, Матаджи, спасибо.